Итак, всем привет! На канале стартует новое прохождение. Это будет прохождение первой части Killzone, эксклюзивного шутера от первого лица для платформ компании Sony, то бишь PlayStation. Выходили разные части этого шутера практически на всех платформах, выпущенных Sony. Ну, вообще на всех, кроме первой самой Соньки, на ней не выходил. То есть первая часть выходила на PlayStation 2, вторая и третья части выходили на PlayStation 3, был еще Liberation и Mercenaries, которые выходили на PlayStation Portable и PlayStation Vita соответственно. Ну и в заключении самая последняя часть, это Shadowfall, да, Killzone Shadowfall в плену сумрака, она вышла на четвертой PlayStation. То есть, по сути, я решил обратиться неожиданно к этому шутану. Ну, как ни странно, я как бы владею PlayStation 3 с 2010 года, но так за все вот эти вот 6 лет я не удосужился поиграть ни в одну из частей Killzone. Я вообще ни в одну часть Killzone не играл никогда. Даже чуть-чуть. То есть, первоначально я вообще планировал, то есть, пройти первую часть. Она, поскольку вышла на PlayStation 2, думал через эмулятор ее записать. Там она на русском языке, кстати. Это мы сейчас наблюдаем, кстати, HD ремейк на PlayStation 3, который выпущен был в 2012 году. Здесь текстурки подтянули, перерисовали катсценки. Графончик получше, действительно, намного получше, чем в оригинале. И как бы, что плохо в этом конкретно ремейке, нету русского языка. На PlayStation 2 был официальный русский перевод от Sony. То есть, правда, перевод был субтитрами, но все же он был. Здесь же вообще никакого нет, только английский язык и какие-то там еще французский, датский, немецкий, еще какой-то. Обидно, конечно, но это все не беда, поскольку как бы у меня есть доступ ко второй части, к первой части на второй PlayStation. Там русский перевод, я оттуда этот перевод стырю, что называется, и здесь субтитры наложу, по крайней мере в роликах. Таким образом мы будем проходить. Планирую я пройти первую, и вторую, и третью, они все у меня есть. Планирую их пройти и для себя ознакомиться с этим интересным, без сомнения, шутером. И на канал эти прохождения тоже выложу, получается. То есть, ну что ж, начнем. Значит, о чем нам рассказывает Killzone? Немножко предыстории перед тем, как начнем. Короче, как вы видели из интро ролика, какой-то злой дядя и какие-то красноглазики напали на каких-то человечков. То есть суть была в чем? Человечество покинуло Землю и основало две колонии на двух планетах. Первая планета, я, к сожалению, не помню ее название, это, по-моему, Векта она называется. Ну, не обессудьте, это не суть, в принципе, какое название нам по ходу игры, наверное, это название сообщат. Не помню я действительно его название. То есть она была максимально, то есть природа на ней была максимально похожа на земную. То есть свежий воздух, чистая вода, растительность, все, в принципе, так, как люди привыкли, как люди любят. И была еще вторая колония, которой повезло намного-намного меньше. Эта колония основалась на планете Халган. И это была адовая планета с хреновым таким климатом, что люди мутировали и, собственно, вынуждены вот носить вот такие вот противогазы интересные, которые нам показывали в ролике вступительном. То есть, действительно, люди там уже не совсем люди. И вот, значит, эти люди, которые жили на Халгане, их стали называть халгастами, понятное дело, по имени планеты. То есть они все жили-жили на этой планете, злились-злились на весь мир, что с ними так несправедливо обошлись, и в один прекрасный день решили, собственно, прийти и всем отомстить за свое трудное детство. И высадились на Векту,
И, собственно, с этого начинается игра. И мы стартуем. Выберите уровень. У меня здесь никакого уровня выбрать нельзя. Выберите сложность. Пойдем, наверное, на нормале. Я думаю, я справлюсь. И здесь мы видим дядю, которого, единственного, которого мы можем выбрать пока что. У нас всего за всю игру будет 4 персонажа, которыми мы будем управлять. Потом, вроде как, по прохождению игры можно будет все уровни проходить каким-то одним персонажем. Но я не уверен. Потому что, повторюсь, я впервые в жизни играю в эту игру. Начнем-с. You have to get back to the main line. Jesus! You trying to get yourself killed? Who are you? Private Sanchez, sir. Don't worry about those Hellgas, sir. They're walking right into one of our minefields. Yeah! Get in their tracks! How long will the minefield hold them? Not much longer, sir. They've been trying to find a way through all day. You know this area, Sanchez? Yes, sir! I've been covering the Hellgas here since the whole thing began! But I've lost comms with the forward post on the ridgeback! Okay, Sanchez, you take point! We gotta stop the Hellgas breaking through our lines! And get us out of this alive! Yes, sir! Yes, sir, так точно, сэр. Сейчас пойдем, все сделаем. Да-да. Так. Ага. Так, а как уж тут... А, вот приближать. А, ну нормально. Ага. Перезарядочка. Я правильно стреляю или я неправильно? А нет, нифига. Одеяние. Одеяние. А, вот он. Привет. Дядечки. Фигово я стреляю, я потому что это самое. Шутер от первого лица. Так, на... Угу. Я потому что на PlayStation 3 в шутер от первого лица никогда не играл. Ну, по сути, их и нету. Ну, кроме мультиплатформы-то. Кроме мультиплатформы и, собственно, вот этого, вот этой киллзоны серии. Поэтому для меня немножко непривычно на DualShock-то. Ну, пока тут обучающий у нас уровень вообще. А, это наши. Что это, гранатки? Так, а что там написали? А, понятно. Это подствольник. Я, по-моему, не попал. Ладно, тут, в принципе, промазать довольно сложно. Так, слышь ты? Так, L3 для спринта. Реген стамины. Дойдем. Ау. Ау. Харе. Сюда нам, по-моему.
Да, куда-то сюда. Хелса тут восстанавливается со временем. Никаких ни аптечек не надо искать, но тут вроде аптечки есть. Так, кого стреляем? Вот этого стреляем. Да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, неудобно. На самом деле, на дуалшоке стрелять очень неудобно. Я как-то привык к управлению на Xbox-овском геймпаде-то. Где? А, вон идут. Идут, суки. Как вы видите, эти красноглазики очень так напоминают фашистов. И, в общем-то, здесь теперь... Ага. Так, а как мне сменить пушку? Нет, никак. Это печально. Чекпоинт. Надя, сволочь. Такая. Текс. Такие... Да, давай, возьмем. Так. Где? А где кто? А, вот, бегут. Где еще? Ага, вон, бегут. Давайте, давайте, поближе подходите. Сейчас я их перестреляю и закончу свою мысль про фашистов. Вот это вот. А, не попадешь. Так, а как выйти? Угу. Короче, аллюзии такие на фашистов, да. Но и на Советский Союз, кстати, тут тоже будут отсылки. Хелган вообще очень собирательная такая планетка. О. Так, а как уж бросать гранатку-то? Ну? В смысле? Она типа взорвалась, а где был взрыв? А взрыва не было, короче. Так, куда нам? Привет. Кстати, я помню, что здесь можно задерживать гранатку, чтобы она побыстрее взрывалась, когда ты ее бросишь, чтобы эти сволочи не успели отскочить. Да-да-да, вот эти вот сволочи конкретно. Да-да-да, вот как раз мне сейчас подсказывают, что задержите. Тихо. Вот это я сейчас хорошо кинул. Короче, нафиг. Нет, интересно, да? Взяла граната, отскочила от стены. Да я просто гений. Слышь, отстаньте от наших. Ничего, так бодренький шутанчик. Мне пока что нравится, очень даже. This building leads to the city outskirts. You'll need to cross the industries to get to HQ. Hellgast are broken through.
They're already in this part of the city, so be careful. Good luck, sir. Короче, мы направляемся в штаб, и нам говорят, что надо пересечь там этот город, который превратился в настоящую зону боевых действий. Так, 18%, ну нормально, чё. Так, и первая проблема. Keep your head down! Captain Templar, are we pleased to see you, sir? We managed to hold our position against the first attack, but we're pinned down by sniper fire. Так, снайпер тут. There's a sniper rifle up the water tower. We can give you covering fire while you retrieve it. А вот это, кстати, штука, да? Понял. Сейчас, так, как на нее забраться? Во. То, что надо. Тихо, пошли. We think the sniper is located in a building at the end of the street. The scope on the rifle will allow you to zoom in until he fills the cross. Да ладно, ты меня еще будешь учить из снайперки стрелять. Он говорит, когда возьмешь снайперку, нажми увеличение, масштабирование, и тогда ты сможешь в прицел стрелять. Вот так вот. Got the bastard! Come on, man, let's fall back to the HQ! Эмбуш! А я помню этот момент, кстати. Я себе немножко это проспойлерил в плане того, что смотрел на Ютубе. Что это за игра-то все-таки? Ну, интересно было. Я, правда, там несколько только начальных миссий смотрел. Поэтому особо-то не знаю, но... Так, давай-ка притопи. Да я понял, я в курсе, что надо уже спускаться, идти куда-то. Игрушка, кстати, очень тихая. Я вот играю, собственно, у меня настройки звука выкручены на максимум, а настройки микрофона, наоборот, на минимуме. И я все равно очень громко себя слышу. Так, где? Где какой козел пристрелил нашего братка? А теперь еще и в нас. Слушай, больно. А я его не вижу. Он оттуда откуда-то. Ух ты. Да что ж такое-то, а? Чуть бы его не пристрелили, кстати. А, вот он, сволочь такая. Окей, сдох. По-моему, там еще один был. Да, вот. Вижу. О, наконец-то. Полномасштабная война идет. Так, ну я точно знаю, что здесь кое-кто сидит. Надо сходить. Надо разобраться. Так. Перезарядимся. Где ты? А, вот ты. Хорошо, что у тебя нет гранат, братюнь. Вообще замечательно, что у тебя нет гранат. Так, возьмем. Ничего тут нету. Ничего тут нету. Блин, а может вы мне как-то здоровье, что ли? Регенерацию по вот это самое сделаете. Почему-то она не регенерируется. Это плохо. What the...
Окейушки. Последний ты остался. Варит. Никак я в него что-то не попаду. Он какой-то прям не живучий, прям неуловимый Джо. Борис, хрен попадешь. Так, нам сюда куда-то надо спрыгивать, да? Окей. О, тут даже была аптечка, походу, да? Так, никуда тут нас не пускают. Нам только ходить тут по рельсам. Игрушка старенькая, поэтому как бы персонаж даже прыгать не умеет. Чекпоинт. Отлично. Get ready! ABC approaching! Got them. We've got to take out that enemy APC! Get down there and use the missile launcher! Just walk over the pipe to get into the trench! Хорошо. Так. Снапу мы поменяем на лаунчер. Этот момент я тоже помню. По-моему, я попал, да? Окейушки. Где? А, вон бегут. Готов. Слушай, что-то как-то бронированные они уж больно, эти твари. Прям невероятно бронированные. В смысле? Я только что запутался в управлении немножко. Ну. Я ж прям стреляю. Чё, все что ли? Все сдохли. А, во. Нам откроют двери. Открыли, вернее, уже. И приглашают войти. Ну что ж, пошли. Так, гранатки. Хорошо. О! Пацаны! Ого! Это что такое было? Вот это вот не надо, вот так вот больше. Это... А-а-а, слушай. Стоп. Броневичок. Готов? По-моему, не очень, да? Вот теперь готов. Отлично. Так. Нет уж. Дядя. Окей. Говорят, мы зачистили периметр. Можем войти в штаб. Виктори. Капитан Темплер, the Hellgast attack has severely compromised this area. You're needed at headquarters. The only way to get there is through these shuttle repair bays. Угу. Короче, он сказал, что Hellgast эту территорию оккупировали. Это как бы ангары для шаттлов.
И нам предстоит сквозь этих всех хелгастов прорваться. Ну что ж, пошли прорываться. Inbound jet bike. Вот. Кто? О! Не надо. Ну, мы этому ничего не сделаем. Он сейчас, наверное, улетит, да. Тихо, тихо. Готово. Так, здесь, собственно, открылась дверь, нам подниматься. Братва, посторонись. Блин, такое ощущение, что я играю в халву, вот реально. HD ремейк, а как бы 2005 год. Может быть, возьмем? Ой, блин, пока думал, тут на нас выбежали. Так, подожди. А, привет. Пошел нафиг. С Новым годом. Так, поскольку здесь хелгасских пушек-то будет побольше, наверное, надо вот эту выкинуть. Я просто этот... ракетницу не хочу выкидывать. Хорошая вещь. А снайперка, я думаю, пригодится. Так, возьмем. Пойдем. Let's go kick some ass. Где? Кто? Let's go get... Пошли драть задницы. А, черт. Понял. Так. Кто, твою мать, это что, что как... Какой-то меткий, а? Да блин, откуда? А, еще я оттуда. Фига себе. Да ты здесь вообще как в тире. Открытое пространство, блин. И попадают, главное. Твари. Так, где еще? Он там сидит, падла такая. Еще есть? Ну да, вон. Двое аж. Номер раз. Я тебя достану здесь-то? Наверное, нет. Вам. Достал, Марика. Отлично. Патронов до хренища. Аж 24 штуки. Альтернативный огонь у нее какой? Никакого? Плохо. Иди сюда, иди сюда. Покажи головку. Там нет никого, надеюсь. Вот ты. Motherfucker. Так, есть кто? Здоровье опять понизилось. Ох, блин. Да что ж. Да, да вашу мать, откуда вы беретесь? Я жду с одной стороны, а они нападают с другой стороны. Я поражаюсь просто. Бронированные, смотри-ка. Сколько выдерживают под... Ой. Выдерживают, сколько выстрелов, заметили? Прям ды-ды-дыщ, 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 а им все пол, хоть бы хны. Так, ну там-то кто-то есть, нет?
Вроде как никого. Пойдем посмотрим, что здесь тогда. Ну, по крайней мере, в меня никто не стреляет, а тут же радует. Как бы. О! Пацаны! Да ё-моё, не перекрывайте мне обзор. Вы, конечно, бессмертные, но вы такие тупые. Угу. Где, говорит, подкрепление? Вот-то. Там кто-то есть. Ну, ладно. Так, не прячься, не прячься. Все равно найду. Ну, сейчас подожду. Попал. Я просто нос почесал. Где еще? Есть кто? Еще у вас здесь? М? Признавайтесь, выходите. О! Вижу. Жопу рыжу. В смысле, красноглазую. На. Есть еще? Вот там вот могут быть. Вот тут вот. А, о, смотрите-ка. Вам норм? Да, им норм. Причем обоим. Так, ну что, нам надо, наверное, вниз. О. Не упала гранатка. Конечно же, не задела их. Да вы, братюни, вообще тут чё? Ау. Убьют! Прикалитесь вообще. Жизни нет. Офигеть. Вот это круто, конечно. Чё-то как-то... Жестко они нагибают. Очень жестко. Да блин. Наконец-то потерял. Нет. Смотрите, вообще нуль, милипусечка. Нет, я буду сидеть и ждать, короче. Пипец. Дайте хоть какую-нибудь аптечку там, не знаю. Чего-нибудь. Хрен вам, да? Почему холса не восстанавливается целиком? Неудобно. Ну или давали бы тогда аптечки с собой таскать. Не, мне кажется, мне надо понижать уровень сложности нафиг. Это просто невероятное что-то. Я имею в виду, если я буду вот с каждой группой противников по столько времени разбираться, это будет вообще не круто. Ни разу. А никуда не денешься, как бы. Я здесь посижу, если вы не возражаете. Так, он сдох, да? Танки. Танки.
каким макаром бы вас тут... О! Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Я так могу, да? Да, могу. Попал, но уже, как говорится, пофиг. Так, раздолбался один. Угу. Так, а в этого мы попадем отсюда? Попадем. Блин, там что-то все дымится. Не видно. Я попал, не попал ли? Вроде вот так вот я точно попал, да. Нет, братюнь, давайте со мной вместе, а? Так, понятно. Кстати, да, в игру завезли ачивки. Они говорят, мы посидим здесь, эту самую позицию позащищаем. 12 минут.